Всем доброго утра. У меня сегодня заказ был от моего папика. А не сделать ли мне кофе с корицей? Ну, так как я это не делала на канале, решила с вами тоже поделиться и заодно побеседовать. Надо же нам как-то и беседы, и разводить. Как вы заметили, я включила огонь и поставила турку нагреваться. Теперь сюда отправляю сначала кофе. Тише, Бренда. Вот так вот. Сегодня, так как не буду жадничать, корицы чуть-чуть, буквально. У меня маленькая ложка, я вот так беру. То есть проверяю пальцем и добавляю. И чуть-чуть аромат. Теперь заливаю это все. У меня кипяченая вода в графине. Скажите, а как вы узнали, сколько вам нужно? Во-первых, звук, во-вторых, вот так, палец, и проверяйте, где ваша вода, если не боитесь. Ну, желательно этого не делать, это очень горячо и небезопасно. Тем временем уберу я все на свои места. Помешаю хорошенько. Ну, сахар я не добавила, вы, наверное, заметили. У нас диетические дни. Ну, мне больше нравится без сахара. Папа любит сахаром. Поэтому я сегодня решила свой несахарный вариант сделать. Я добавлю, если что. И ждем. Не нужно, чтобы кофе закипел. Он должен вот пошуметь, то есть характерный звук. И вот доводим до кипения, то есть на небольшом огне. Кому гадость, кому радость. Да, кому гадость, кому радость. Я счастлив, что это ей не нравится. Эту кофе мне никак не запаслись бы. Сегодня хочу, помимо кофе, еще поговорить чуть-чуть. Ну, я это назову мысли вслух. Не заходите на мой канал словами обидеть меня. Вы меня не обидите, но некоторые раздраи вносите в мою повседневную жизнь. Если я очки одеваю, то есть, значит, так надо. И не рассуждайте о нас, о незрячих. Что мы видим, что мы не видим. Хотя я на днях снимала канал, на канале «Что видит незрячий». Это очень, для меня это очень болезненная тема. Зрячие не могут рассуждать, что видят, что не видят. А насчет масок тоже хочу пару слов сказать.
я снимаю те маски, которые я не один раз пробовала, а несколько раз, которые мне результат понравилось. А показать вам на камеру не могу по нескольким причинам. А причины я оставлю при себе, наверное, вы понимаете. Если вам нравится, сделайте, скажите, понравилось или не понравилось. Если не нравится, вообще не делайте, я же никого не принуждаю. Я просто учусь и занимаюсь тем делом, в которое у меня потихоньку получается. А у каждого вкусы свои, у каждого предпочтения свои. Кому-то подходит, кому-то не подходит. Я не навязываю свое мнение. А если кому-то понравится сегодняшний кофе с корицей, он изумительно ароматен. Хотя кофе самый недорогой. То есть, ну, корица дает вот столько вот, улучшает, то есть, вкус. Оттенок праздника. Да, оттенок праздника, наверное, что ли, да. Поэтому попробуйте, может и понравится. Если понравится, буду рада. Если не понравится, ну что ж, будем ждать другого варианта. А другой вариант у меня есть. И хочу пожелать вам, у нас сегодня дождливый день, чтоб у вас был солнечный день, солнечное настроение и всего самого-самого хорошего, легкого дня и прекрасного настроения. Берегите себя. Всем пока-пока.